Во вторник в Нижнем Новгороде оперативники задержали по подозрению в хранении наркотиков 21-летнего молодого человека и его приятеля. Подозреваемых доставили в Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Как сообщает пресс-служба ведомства, задержанные около 17 часов, находясь в одном из кабинетов здания, расположенного на 5-м этаже, разбил окно и выпрыгнул с высоты. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался в больнице.